1811 заболевших коронавирусом за сутки. Такого прироста в Подмосковье не было даже в первую волну пандемии COVID-19. В Одинцовском округе для инфекционных больных развернута 1051 койка. Большая часть, 958, занята. На сегодняшний день дополнительно введено у нас 120 коек. Это терапевтическое отделение Одинцовской областной больницы и 50 коек в 45-й больнице. Также планируется 21 июня открытие 620 коек в парке «Патриот». 13 июня в Подмосковье введены дополнительные ограничительные меры. Организации обязаны не пускать в здание и помещение нарушителей масочного режима. Сотрудники на рабочих местах должны использовать средства индивидуальной защиты. Соблюдение социальной дистанции сейчас снова актуально. Все это поможет снизить темпы распространения COVID-19. 13-го, как я уже говорил, июня усилен контроль за соблюдением масочного режима на общественном транспорте, объектах розничной торговли, в подъездных учреждениях муниципальных и госслужбы. До организации индивидуальных предпринимателей оперативно доведена информация о необходимости соблюдения масочного режима. Но самое главное сейчас – вакцинация. Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому работники сферы услуг обязаны сделать прививку от COVID-19, чтобы не заболеть самим и не заразить клиентов. Вакцинация стала обязательной и для государственных и муниципальных служащих. Увеличилось количество желающих жителей провести вакцинацию. Поэтому мы вместе с Здравом рассмотрим возможность при необходимости открытия дополнительных пунктов вакцинации. Сейчас в округе работают 22 пункта вакцинации, 15 в поликлиниках и амбулаториях, 5 в торговых центрах, 1 круглосуточный в Одинцовской областной больнице и мобильный на привокзальной площади в Голицыно. Первым компонентом вакцины в округе привито уже более 53 тысяч человек. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».